Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info. В этом видео я расскажу вам, как перезагрузить устройство Google Nest Mini. Итак, для этого в приложении Google Home мы выбираем наше устройство, далее нажимаем на шестеренку справа сверху, и здесь нажимаем на три точки, где можем нажать «Перезагрузить». Ну, кстати, знаете, я еще не проверял, может, и здесь можно. А нет, здесь нельзя. Нажимаем на шестеренку, нажимаем на три точки и нажимаем «Перезагрузить». Окей. Теперь ждем, пока оно перезагрузится. И когда наш помощник перезагрузился, мы заканчиваем. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!